3-2-1-0, вы на канале Мисс Николь, и сегодня у меня соревнования, и сегодня я вам покажу, что я на них беру. Да, доставай свой чемодан. А сейчас я вам покажу, что я беру с собой на соревнования. Мы готовы смотреть. Первым делом я, наверное, возьму подушку, потому что обязательно я буду растягиваться, делать перекачки, мне будут давить. Я беру скакалку, потому что нужно разогреться, попрыгать, побегать и так далее. Ага, скакалка, это тоже очень важно. Николь, у тебя есть чехольчик на скакалку, поэтому его вы упаковываете. Кладем в скакалочку. Дальше резинка такая. Мы обязательно берем, да. Потому что я буду делать планшетом, растягиваться, к примеру, тянуться, и мне обязательно нужна будет резинка. Хорошо, я знаю, что у тебя две резинки. Одна вот такая, и вторая такая. Абсолютно другая. Вторая у меня вот такая, для стоп, чтобы протянуть стоп, чтобы я обязательно на прогоне сверкала своими носочками. На прогоне или на выступлении? Ну, да, типа как прогон. Булаву я не беру, потому что сегодня я, во-первых, там могу кого-то ударить себя, а во-вторых, я с ними не выступаю, поэтому они мне не понадобятся. Конечно, если бы выступала... Значит, то же самое. Да, если бы выступала, то все равно взяла бы... Ой, чуть не беру собаку. Вот эта собака. Следующее я обязательно беру кроссы, тапочки, потому что, к примеру, да, типа переодеться, пойти, не знаю, в купальник или что-то сделать, походить по залу, нужно обязательно не в полушубках, а ходить в тапочках. Конечно, чтобы ковер, на котором вы разминаетесь, выступаете, был всегда чистенький. Это у нас два купальника. Сегодня мы берем красный купальник. Красный и черный. И, конечно, вот там мы берем обувь, потому что я буду выступать с обувью. Еще Николь берет с собой косметику, чтобы подкраситься, берет с собой... Ну, берет! А еще я обязательно с собой беру лак, шпильки, резинки, всякие сеточки, потому что моя прическа может распаться. Такого, конечно, не было, но... Вот такой набор мы берем на соревнования. А теперь предлагаю краситься и ехать, наконец-то, на соревнования. Вот такая вот у нас Никуха. Глянь. Молодец, какая золотая с красной помадой. Николета, мы приехали. Приехали на соревнования. Сейчас будем выходить. Все обратите внимание, пожалуйста, на макияж Николь, потому что тетя Вика наша сказала, что очень неплохо накрасила нашу Никушку. Никушка, а ну покажись. Ты готова? Скажи, как у тебя настроение? Нервничаешь немножко? Да? Ну, ничего. Справишься, мы ждем твои выступления. Сегодня я не буду с тобой рядышком, потому что у нас все очень строго. Сегодня я буду наблюдать за тобой в прямом эфире, зайка. Держим за тебя кулачки. Если вы тоже за меня болеете, обязательно ставьте лайк. И сейчас же подпишись на канал, будешь в нашей семье. Последние минуты перед тем, как я отдам ее тренерам. Сердце колотится, но мы очень сильно болеем. А на канале Anti-Vlog прямо сейчас бэкстейдж соревнований, бэкстейдж видео и день рождения моей мамы. Ссылка в описании. С днем рождения! Thank you.
Дякую вам за це. Никушенька, я тебя поздравляю, ты заняла второе место. Ты большая молодец, мне твое выступление понравилось, были недочеты. Кики, что ты там делаешь? Так, и я предлагаю начинать распаковку подарочка, который тебе подарили. Кстати, пока Николь открывает, вы обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вам нравится выступление по художественной гимнастике. И Николь показывает, что же это. Вау, какое-то сердечко с гимнасткой. Кстати, у нас уже наконец-то есть емочка, которую мы нарядили. Она уже даже сверкает. Ну, вот такая вот у нас получается. Что это? Лампочка, да, которую мы зарядим. И вот этим пультом регулируются цвета. Да, мы это все зарядим, все сделаем, Николь. А мы хотим сказать спасибо всем, кто поддерживал Николь на соревнованиях. Мы каждый раз чувствуем эту поддержку. А всем пока-пока, подписывайтесь на канал Мисс Николь, ставьте лайки, если вам понравилось видео. А всем пока! Раз, два, три, елочка, гори! А всем пока! Пока!